Добрый день, дорогие друзья, участники проекта SimpleBot. Обновление скрипта для биржи Binance. Внесены изменения, убраны часть показателей из настройки. Почему это сделано? В первую очередь потому, что те настройки, которые здесь были, как бы они для меня понятны. Вот, но как бы непонятны там другим пользователям, то есть логика и принцип их работы. В результате чего делаются там определенные ошибки. Также здесь убрано распределение депозита. То есть раньше вам давалась возможность распределять свой депозит там согласно выбранного таймфрейма. Здесь этого нет. Сейчас вас не будет спрашивать скрипт, распределили вы, не распределили. То есть это право у вас здесь исключено. Для чего это сделано? Это сделано для того, что вы, торгуя там крупными ордерами, не улетали в перезакуп. Особенно если у вас там малая депо. В случае работы здесь контртрендовой стратегии на малом депо. Ну, в принципе, на любом депо, неправильно распределив депозит, вы вылетаете моментально в перезакуп. Все это здесь убрано. То есть у вас не получится распределить депозит или сделать какие-то действия своим депозитом. Ну, выберите только минимальный ордер вот в пятой строке и все. Минимальный ордер покупки. Итак, как производится смена? В первую очередь надо сделать скриншот бота. То есть заскринить ваши настройки. Вот здесь мы видим, что вам понадобится, какие строки. Далее следующее действие. Отключаем скрипт, набираем галочку. В комплекте идет такой файлик. Очистка. Копируем. Данный файл. Перед этим выделяем скрипт. Удаляем. Скрипт нужно обязательно удалить. Что скрипт удален, нам будет сигнализировать курсор. Вот здесь появляется у нас курсор, значит скрипта нет. Вставляем очистку, запускаем окошко, запускаем скрипт. Все, смотрим, что здесь у нас все удалилось в окне логов. Удалиться здесь у нас некоторые строки, в частности с 9 по 16. Далее снова отключаем. Выделяем скрипт очистки, удаляем его. Далее со скриншота со своего начинаем вносить данные. Это стартовое депо начальное, с чего мы начинали. Последний депозит. Если было что-то куплено, вписываем, сколько потратили мы монет. Первоначально процент снижения нужно будет внести, вернее процент накрутки на купленное нужно будет внести вручную. То же самое с процентом снижения на покупку. Выставляем минимальный ордер, сколько мы будем тратить на минимальный ордер. Ставим комиссию на монете. Либо это 0,75 тысячных, либо это 1/10. Записываем сюда мой последний ордер на продажу. Можно взять его здесь, в истории торгов. Открываем историю торгов, списываем последний ордер на продажу, его цену, вписываем его в седьмую строку. Выбираем таймфрейм, по которому будем торговать. Все. Как только мы все это сделали, мы открываем скрипт, не очистку, а скрипт, ставим его в окно. И у нас начнется торговля. Ну, активируем, соответственно, галочку ставим активно. И скрипт начнет торговать. Вот, в принципе, все по этим изменениям. Еще раз скажу, что изменилась убрана часть строк. То есть сейчас не надо будет вам делать отступ. Вносить данные, чтобы ордера выставлялись лимитные.
Он это все там рассчитывает автоматически. Ну и плюс вы не сможете распределять свой депозит. Срабатывать будет защита по депозиту, как только в перспективе нарисуется, что следующий ордер на покупку просигнализирует о выстреле 50% депозита, что мы уйдем на 50% депозита в закуп. Моментально сработает защита, и торговля пойдет по другому алгоритму. Он начнет закупаться у вас минимальными ордерами. Также он не будет подаст и не будет покупать, если цена не пойдет вверх. Вот, в принципе, и все. Небольшие изменения и настройки по данному скрипту. Все, всем спасибо, всем профита, всего доброго.